Если вы смотрели новости, то, наверное, видели, что на Израиль началась иранская атака. По нам запущены десятки ракет и беспилотников. И, видимо, это будет не единственная волна запуска. Нас ожидает тяжелая напряженная ночь и, возможно, завтрашний день. Не переживайте, у нас все хорошо, у нас все в порядке. У нас есть в доме бомбоубежище, если что, мы там. Наше бомбоубежище находится в нашем рабочем кабинете, вернее, можно сказать, в Бориной лаборатории. Здесь есть стальные ставни. Да, стальные? Стальные. Вот мы их закрыли. Есть стальная дверь, которую мы закроем, когда сюда зайдем. Нам рекомендовано оставаться, если будет сирена, в бомбоубежище не меньше 10 минут. Ну вот, такая у нас будет, наверное, беспокойная ночь. Пока мы, конечно, сидим перед телевизором, спать не хочется, смотрим новости. В новостях сообщают, что по нам запущены десятки беспилотников и ракет, и, скорее всего, это будут запуски дополнительные в несколько волн. Ну вот, обзвонили детей, проверили, что они в курсе, что они готовы. Луночка наша готова. Всегда. Она у нас первая, кстати, в бомбоубежище бежит, когда сирена. И пользуясь случаем, я хочу вас все-таки поблагодарить. Вдруг всякое бывает. Поблагодарить вас за ваши прекрасные отзывы, которые вы напишете, за ваши теплые слова, за вашу любовь, за ваши... Мы настолько заряжаемся от вас положительной энергетикой. Огромное-огромное вам спасибо. Очень вас любим. И, конечно, мы немножко переживаем. Конечно, мы в душе немножечко боимся. Но все будет хорошо.